Здравствуйте. Вот такой вот вид открывается из окна отеля Лимак Лимра Hotel 4 звезды. Половина окон выходит на такую достаточно оживленную трассу. Вот другая половина выходит на парк, на горы. По другую сторону находится отель Лимра 5 звезд. Но туристы из этого отеля 4-звездочного могут пользоваться инфраструктурой 5-звездочного отеля, в частности, там ресторанами, пляжами. Вот здесь парковка, почему-то на футбольном поле. Снизу, на первом этаже, находятся магазинчики такого сувенирного плана. Вот, а между ними и номерами такой технический этаж есть, поэтому, может быть, именно магазинчики не особо мешают. Шум от трассы, конечно, доносится, вот, но мы так устаем за день, что уже не обращаем внимания ни на какой шум. Гораздо сильнее шум идет от входной двери в номер, от проходящих мимо и голосящих детишек. Вот, и над нами еще один там этаж есть. До моря прилично, но это не критично, потому что хорошая возможность прогуляться и растрясти калории, полученные на обеде, завтраке и ужине. Кстати, в этом отеле впервые за многие годы я обнаружил гречку. В других отелях ничего подобного нет. Также из рыбы очень много есть хорошего, например, речная форель каждый день есть. Здесь есть небольшой лежачий полицейский, который тормозит поток. Спасибо за внимание. Кто-то вылил помои какие-то.